привет, очередная порция пустых баночек. Итак, закончила вот такой вот крем, использовала его для лица, закончила аромат, который, кстати, очень давно использовала, как бы носила его с собой, отпила половину, в этом году все-таки решила его взять в проект, несмотря на то, что он мне безумно нравится, все-таки тут очень толстое стекло, закончила вроде бы последний лак для волос с блестками, очередной рефильчик теней. Наконец-то закончился вот этот блеск. Тут, конечно, можно еще на один раз ковырнуть, но уже, знаете, какие-то как куски пыли или чего-то попадаются. Мне кажется, уже из-за того, что я сняла ограничитель, использовала кисточкой, что-то туда попало. И тут это не дозакончилось, это откуда-то вот тут между рефилом выскочила вот эта вот пыль. В общем, выбрасываю все эту пудру, которая у меня, ну вот видите, она там как-то шатается. Эта пудра у меня была почти весь год на рабочем месте. И сейчас только я поняла, что можно ее использовать было на шею, на декольте, так как я использовала другие пудры. И, в общем-то, все закончилось. Такие вот еще пустышки у меня.